Траншеи для укладки трубопровода роют на территории будущего горнолыжного комплекса «Хихцир». В самом разгаре работы по установке системы искусственного оснежения. Это одна из самых сложных задач на объекте, который через несколько лет должен стать визитной карточкой региона. Как ведутся работы, проверили мэр Хабаровска Сергей Кравчук и наша съемочная группа. В этом месте у нас устроятся два монолитных колодца высотой 12 метров. Сверху монолитных колодцев у нас строится насосная станция, где мы при помощи насосов подаем воду на систему снижения. Трубы с водой протянутся вдоль Хихцира в общей сложности на 25 километров. Их уложат в траншеи, которые сейчас роет техника. С наступлением тепла специалисты укрепят специальной мембраной искусственный резервуар с водой. Полностью систему снижения доделают в конце лета. Чтобы успеть к началу следующего горнолыжного сезона, уже в ближайшее время нужно залить фундамент для опор кресельного подъемника. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Нужен здесь круглогодичный туристический комплекс, который может обеспечивать отдых жителей Хабаровского края, да не только Хабаровского края, но и гостей всей России, которые могут сюда приехать покататься, летом полюбоваться природой, отдохнуть. Застройщику Хихцира, Центру инновационных технологий, в ближайшие месяцы нужно решить очередной земельный вопрос. Сейчас возводить объекты можно на участке размером 24 гектара. Для строительства полноценного горнолыжного комплекса этого недостаточно. Этой земли хватает ровно на только для того, чтобы обеспечить размеры горнолыжных трасс с прокладкой на них системы искусственного снижения, потому что там есть своя зона безопасности, прокладка кабельных линий для системы освещения. Для размещения дополнительных каких-то объектов нам дополнительно нужна земля. С просьбой о помощи ЦИТ обратился в правительство Хабаровского края. Без дополнительных гектаров на территории не удастся построить гостиницу и другие объекты инфраструктуры. Дмитрий Павленко, Анастасия Незнанова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Трассы на горнолыжном комплексе «Хихцир» должны открыться к началу нового зимнего сезона. Такое поручение дал застройщику мэр Сергей Кравчук.